Европейский парламент проголосовал за то, чтобы постепенно прекратить выращивание животных в закрытых условиях. Собрали 1,5 миллиона подписей. Задача, вот интересно, послушайте, сделать жизнь животных максимально свободной, натуральной и наполненной положительными эмоциями. Вот так вот. Нам проще о животных говорить, чем о людях. Европейскому парламенту больше нечем заниматься. Они вообще уже сами в животных готовы превратиться. И недалеко им до этого. Я не представляю, что можно еще сказать по этому поводу. У них столько проблем. Да. Европа такая загнивающая и дичающая. Почти к концу. А эти ничего не видят. Они собирают там стадо свиней, играют симфонический оркестр. Да. То есть вы считаете, это признаки такого ухода Европы, да? Это распад. Да. Это все мы уже проходили в древнем Вавилоне. А вообще такие законы надо бы парламенту принимать, вот такие вот законы, чтобы наполнить жизнь эмоциями животных? Ну, конечно, надо заботиться о свиньях. Да. Какую музыку они будут слушать? Это так влияет на мягкость сала, на его глубинные свойства. Понятно. Ну, теперь, если можно завершить, каким должен быть парламент? Европейский парламент, он должен думать об исправлении людей, а не о том, чтобы приближать к этому состоянию свиней.